Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Disciples. Ну что ж, у нас третья заключительная миссия. Серия, наверное, что не заключительная, потому что тут еще много карты неизведано. Вот, так что будем продолжать. Я тут за кадром расчистил вот эти, этот небольшой район от орков, которых троллей, которые здесь были. И дошел вот до такого лагеря наемников. Тут зацените, какие тут наемники. Вождь варваров, темный повелитель, древнейший, точнее, медуза, огр, аниксовая горгулья, еще лучше, хозяин небес, это вообще отпад. Вот, сын Ямира, тролль, почетный воин. Ну тут почетный воин, но так смотрится скромно по сравнению с вот этими парнишками. Особенно очень хорошо, что тут есть аниксовая горгуля, очень классный юнит. Вот, также я тут не разведал вот этот магазин, так что давайте вступим в бой. Можно этих наемников нанимать, скажем, для каких-то, ну, таких персонажей своих, левых, так сказать. Ну, не левых, просто другорядных. Не основных, чисто для защиты городов. У меня там, кстати, один город нежить отбила. Сейчас вам закончится бой, я расскажу, покажу, что там именно. Ой, тут, блин, нужно было стоять в защите. Ну да ладно, сейчас по мне пройдется плюха. 168, ну где-то соточку он, наверное, нанесет урона, а даже больше. Уп. Так, и ты давай добивай. Залечиваемся. И посмотрим, что нам тут дало. То, что мы разграбили эти руины. Золото. Еще золото. Зеленокожие сожгли этот скромный магазинчик. В этом нет никаких сомнений. Дикари. Да, дикари. Тут еще к нам жезловтыкатель, гномий продвигается, но ничего, мы тут его уберем. Вот город, который меня забрали мертвяки, вот он. Они сначала, ну, призвали всадника без головы, потом дерево у них такое еще есть, тоже призвали, затем уже атаковали своим героем, так сказать, добили. У меня там остался этот... Титан только. Вот, и там же ничего не смог сделать. Ну, где-то они насобирали маны своей. У них собирается, как бы, от главного города, там, вроде бы, 50 ход. Тоже идет маны. Так что они собрали. Хотя тут, видите, зеленая трава вот забрала. Тут вот начинается. Вот то же самое сейчас, наверное, и будет. Он просто атакует всех подряд. Вот, пожалуйста. Я его просто не успеваю уничтожить за один ход. Получается, что он убивает мне всех моих лучников задних. Ну, это такое. Это не страшно. Города особо мне не нужны, чисто их так захватил, чтобы враг тут ничего не мог сделать. Не так сделали. Сейчас наймем других, но они мне просто-напросто прокачали одного воина. Наверное, у них просто не хватило маны, чтобы вызвать. Ой, блин, что я делаю. Хотя сколько это стоит? 50 мне, тогда это можно проще нанять нового за те же 50 монет. Ну ладно, тут воскресил, тут уже хрен с ним. Так, пусть будет. Знаю, будет атаковать или не будет. Фак ему в руки. Хотя я мог бы тут нанять себе героя, накидать на него всяких разных защитных плюшек. И, возможно, тогда я бы смог победить. Но мне лень. Ого.
все очки пунктов передвижения у меня. Ню. Ладно, мы немножко восстановим. Пойдем на этого змея, наверное. До города я, ну, дотягиваю. Ладно, тут змей мне не особо нужен. Давайте огра этого попробуем уничтожить. А огр жирнющий. 15, нет, 10 левел. Так, сюда же. Ты ходишь, да? Давай. Да тут гоблины такие тоже ничего себе. Ладно, тут уже исход понятен. Еще и апнул себе уровень наш маг. Тут герой. Но этот город, не знаю. Наверное, что не смогут они взять. Защита там отличная. А может и возьмут, а может и не возьмут. Посмотрим. Поживем, увидим. Поздно уже колдовать. Жезл разрушен. Так, шпион. Так, кто такой? Это, наверное, опять на жезл. Может, и не на жезл. Гадость какую-то кинул на меня. Опять. А сколько у него маны? Где он ее берет, главное? Оно дорого стоит. Защищаться тут, наверное, тоже нет смысла. Может, убьем? Если наш если бы наш походил, то мы бы его убили. И они бы качнули себе уровень, наверное. Не повезло. Очень не повезло. Ну, сейчас нападет, наверное. А, он еще дерево призвал. У него реально дофига маны. Давай защиту. На! Так. Пробуем убить. Ну? Он не качнется, конечно. Ну, сейчас он нападет. Магом. Там у него просто прокачанный... Дракон вроде бы один. Да, вот этот дракон, видите, прокачанный. И я тут ничего не смогу сделать. Разве что вот этого убить. На. Была бы полная компашка, то тут, я думаю, мы бы смогли его уничтожить. Но без полной компашки это нереально. Не страшно. Так, ну, пока что сиди здесь. Он, правда, этот город. Взять-то его возьму, но вот. Ну вот. Смогу ли я его удержать? Вот в чем вопрос. Этого бы убить, конечно. 128 на каждого. Это только на соседний отряд. Это тоже бьет только соседний отряд. Я его не смогу убить за ход, наверное. Хо-хо-хо-хо. И сколько теперь? Кого-то я тут точно потеряю. Наверное, задний ряд весь потеряю. Да и передний непонятно, выживет или нет.
Таня, это что? Невозможно его убить. Просто невозможно. Хотя тут нужно было вставать в защиту, конечно. Да ладно. Да. Сразу двух. Сразу. Да. Это 6 только яд. Ну, яд не... Ну, вот этот нож сможет добить. Ах, да что ж ты? Ну, ты должен. Фух. Повезло. Щита. Да уж, многие наши пали. А воскрешалки у меня в руках нету, правда. Нет. Так бы воскресил вот этого, и он бы, возможно, бы качнулся. Да невозможно, он бы точно качнулся. Ну ладно. Так уж быть. Этот город недолго оставался в руках кланов, милорд. Видно, что эти стены возвели зеленокожие. Наши инженеры постараются сделать все возможное, чтобы восстановить город из руин. Ого. Ого. На 15%, но у меня защита, у меня лучше. Хотя знамя тоже классное. Так, давайте мы их воскресим всех. Ну, кстати, есть вор. Можно, знаете, как сделать. А я вообще дотянусь до него? Да, дотянусь. Можно сделать вот так, чтобы вор тут не убил. Вот так. Сейчас отвлечемся. Так, в защиту давай. Ну, естественно, он должен был походить после вора. Конечно. Еще разочек отвлечемся. И можно убивать. Заклятие все еще действует на ухудшение меткости. Пропустим ход. Да, это очередной жезловтыкатель. Прицепился ко мне. Полетит на следующий город, наверное. На этот раз что-то кинул. То же самое. А, еще и повреждение. Стоп, а почему и меткость, и повреждение? Он же вроде бы один раз колдовал. Или два. Не помню, не помню. Честно говоря. И что, придется опять возвращаться к нежити? Этот город не хотелось бы терять. Давайте, значит, тут разбираться пока что.
ты ж какой. Так, ты защищайся. Ты давай вот так. Живи, живи, пожалуйста. Ну, по идее, следующий ход его должно убить. Так что тут его добивать не нужно. Нужно вылечиться. Сейчас пойдет новый круг. Он умрет сам по себе. Хотя можно и добить. Он бы сам по себе умер от яда. И еще раз вылечить. Ну, такое тут все равно. Можно его подлечиться. Лекарь быстро у нас апнется. Так, вор. Закидывают всяким мясом нас. Так, и что тут? Титанушка. Сквайр. Сквайр. И лучник. А пусть будет так. Ну, чтобы всякое мелкое не забирало нас эти города. Так, ну и пропустим ходик еще один. Накидало всякого урона разного. Еще один жезл. На воришке полечимся. Гэндальф. Представляете себе? У гнома есть Гэндальф. Самый настоящий причем. Так, этих нужно убивать. Тут у них защита есть. Плохо урон проходит. Не промахивайся. Да что такое? Попади, попади. Хо, попал. Ай, не нужно было этого делать. Ну ладно, все равно отлечимся. Тут урона они нам мало нанесли. Так, сколько лечишь? Теперь по 84. Круто. Ну и поскольку у нас есть еще много маны, значит, я думаю, можно и Гэндальфа завалить заодно. Какой-то ты Гэндальф неправильный.
No. Кстати, вот город где-то тут гномовский основной. Близко, кстати. Очень близко. No. Мы уничтожим все, что противостоит нам. Союз хочешь наш предложить? Нет, чувак. Нельзя нам союз предлагать. Мы просто с ней не воюем. И у нас как бы улучшается постоянно отношения. Второй заход пошел. Тут ассасины есть. Главное, чтобы ассасина мне не убил. Нормально. Но этим, наверное, не хватит все-таки опыта. Давайте к гномам. А, кстати, вот тут еще нужно. Ну ладно, потом на обратном пути. Наведаемся к гномам. Башню потом. Смотрим, что у нас тут есть. Ого. Ого. А тут случайно не конец миссии. Паучки. Ого. Тут уже не хватает. Давайте паучков. Поубиваем. Ого. 780, нормально. Такой себе паучок. Да, видите, с ней у нас нейтралитет. А, это у гнома. Не, стоп. Он тут не показывается, у кого с кем какие отношения. Тут просто со мной какие отношения. Хотя вот видите, нежить, она в союзе с гномами. Интересно. Так, они все вылечены. Ну, замечательно. Можно вот так сделать, выйти, накинуть на них защиту. Потому что я чувствую, что будет сейчас еще одна атака. Так что пусть защиты немножко будет. Вот, и пусть сидят. Можно даже еще накинуть очки урона. Можно было бы вообще тут напасть. Может напасть. А что-то такое. У меня есть на 15 урона. Доспех 30. А, это вылечивает. Вылечивает. Но можно что-то посмотреть, поисследовать. Так. Вот. Дорого, конечно. Ну, пусть. А может, что-то есть еще лучше. На урон больше ничего. Будет. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Классные анимации. Так. Ну, тут первый уровень. Все. Хотя вот это второй, третий уж. Наят иммунитет, конечно же. Даже сражается, ты смотри. Не отступает. Эх, ну что ж ты, промазал-то. О, это плохо.
Это плохо. Ну, попади. Есть. Молодец. Лечиться, к сожалению, нечем. О, красота. Так, хода мне-то хватит. Ху, хватает. Ну и все, можно сидеть. Нападайте. Долбаная нежить. Жду вас в гости. Так, тем временем разрушим тут жезл. Ну, подлетим хотя бы. Кто-то воет. Кому-то есть не дали. По идее, Кракен должен ее добить. Ты все никак не успокоишься, да, нежить? Ну да, у него теперь маны много. Так что он себе может атаковать. Вот этими вот. А мне-то что? Мне уровень прокачивается потихонечку. Правда, тут еще далеко, но ничего. Ах ты ж тварь, забрала мне все очки движения. И восстановить я их не могу. Вот ведь падлость. Подлость. Вот эти. Может выйти и опять тут накостылять. Почему бы и нет? На. Тут такие города можно захватить обратно. За этим, конечно, не сидит какой-то страшный бяка. Так, и защиту еще немножко себе прокачаем. Теперь бьем все в одну точку, так сказать. За раз мы ее, конечно, не убьем. Она походит. А не, смотри. Сколько у него урона? 176, ничего себе. Крутой чувак. Крутой. Мне бы какого-то тоже, знаете, вот... Голема или что-то в этом роде. Но пока что маны не особо есть. Ну, чтобы чисто разведывать, что там сидит внутри. Хотя можно попробовать, знаете, как взять вора. А, еще иди не построил. Ничего себе. Это я слупок. И разведать. Хотя я не в курсе, можно ли разведывать того, кто сидит в городе. Ну, скоро узнаем. Так, ну ты пока что стой. Хорошо, в городе так чисто. Вот этого наймем, пусть сидит. Ну так-то точно можно разведать.
Хотя, все первый уровень. Можно было еще на дуэль, конечно, вызвать. Думаю, и так справимся. Блин. Еще к яду иммунитеты. Нежить офигенная раса. Так, будет убегать. Ну, молодец. Молодец. Ладно, тут уже так понятно. Что же в городе? Ну, сможем мы такое проатаковать. Два призрака. Что за бред? Два призрака. Так. Жезлик. Хотя у нас и достаточно золота. Но поставить это можно. Что он тут так стоит? Непонятно. Ого. Они как будто в другую сторону направлены. Так, у тебя иммунитет защита. Синяя трата, оружие, смерть, яд еще наносит. Это... Ого. Этого убиваем. 15 уровень, всего 180 жизней. Как-то несерьезно. Совершенно несерьезно. Яд. Сколько тебе яд? 62. Блин. А когда он походит? 48 инициативы нашего сорта. Значит, он походит быстрее, чем мы. Пятерочка не хватило. Ну, убить-то не убьют. Надо было вот этого атаковать сначала. Его-то я бы убил. Да, у него тоже инициатива 40. А у этого... Ну, как-то по-другому. Он типа меняет облик. Ну, как-то по-другому там вижу. Статы рассчитываются. Ну, возможно, из-за уровня. Да, тут 5 уровень, а этот 10. Возможно, так как-то там рассчитывается. Так. Тут я не достану. Тут я тоже не достану. Ну, может, он сам на меня осагрится. Так что попробуем. Хорошо. Этим я походил, да. Можно ему, кстати, восстановить. Чтобы на него тут не накидали всякого разного. Так-то он точно дотянется, да? Ах ты ж, ёшкин кот. Чуть-чуть не дотянулся. Блин. Да, цепись тогда от меня со своим союзом. Не, это, конечно, хорошо было бы с ней союз. Но это как-то не канонично, что ли. Мы против них сражаемся. Этот союз. И не канонично, и нелогично. Так, что ты на меня там кинул? Тебе это не поможет уже. Ого. Они типа сами возрождаются? Круто. Такого еще не видел. Чтобы они появлялись попросту. Меткость. Но мы должны взять этот город. Давайте еще накинем
защиты. Я думаю, и так смогли бы взять. Но почему бы и нет. Так, постараемся сначала виверну. Чтобы она не накидывала задние ряды. Молодец. Пустят его потихонечку. Колупает. Тут заберем сразу. Хотя... Этот мог добить. Этого можно было поставить на ожидание. И он бы еще ударил заднего. И он все равно мертвый уже. То, что мертво, как говорится, умереть не может. Но... Ну-ну-ну. Так, отлично. Город отбит. Пока что сидим, лечимся. Так, тебя. Угу, нанимает. Ну тут призраки, кстати, это серьезно. Но я надеюсь, я смогу их убить сразу. С помощью наших ассасинов. Так, давай попробуем вот это своровать, что ли. Правда, его сейчас могут убить и отобрать вот эти зелья. А, все равно потратить очки движения, я-то думал. Можно будет вернуть. Давай. Так, ты главное не умирай с таким хорошим грузом. Ну, с пауками разбер... Блин, опять сожгла. Тварь. Ну, если она предлагает мне союз, что она на меня кидает всякое разное? Какая-то нелогичная женщина. Ты смотри, ну опять. Ты нарываешься. Ты реально нарываешься. Блин, пойдут в город сейчас мне брать. Да чё ты атакуешь? Убьюшь тебя. Да, опять сожгла мне все. Блин, да сколько у них магии это? Это очень дорогие заклинания, вот такие вот. Давай. Пробуй дальше воровать. Это какой-то везучий. Смотри. 4 раза подряд смог сделать. Так. Ну давайте попробуем без всякого разного накидывания магии. Я думаю, мы справимся. Так, ну тут должен убивать их. Да, тут легко. Ну и тут уже. Хотя, в принципе, можно проатаковать. Убить ее мы не убьем, наверное. Да, не, наверное, точно. Но ничего он нам такого страшного не сделает. Еще 200, да, опыта. Классно. Ну, правда, тут города остались совсем без присмотра.
Пока что пусть будет под... вот так. Так, ты ходить не можешь. А у меня там шпион есть? Нет, у меня тут шпиона нету. Надо взять. Подсмотреть, что у них там за войска. Так. Их вижу, тоже золото не особо есть. Не особо им хватает золота. Хорошо. О, наконец-то. Правда, инициативу нам сбили. Ну ничего. Справимся без этого. Страшная ты, конечно. Триомарх. Так, 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 так. К объединению. Давайте вот эту. Противная. Добьешь, добьешь. Хотя тут маг мог бы добить, но все равно вот этот будет ходить. Давай, только не промажь. Только не промажь. Молодец, молодец. Блин, чуть-чуть не хватает. А зачем он... Ого! Она бьет нам всех? Капец. Конечно, меткость отвратительная, но все равно вот лекаря нам, по сути, видите, превратила, я ничего не могу с ним делать. Так, это умирает все равно. Да уж. Так выйдет. Если у вас, ну, есть отряд большого размера, типа на две клетки, то тут такой жирный бес появляется. Выглядит забавно. Ух. Ух. Ах, блин, не хватило чуть-чуть. Ну, может, он пойдет на нас. Надеюсь. Пойди, пойди на нас. Пожалуйста, пожалуйста, пойди. Да, паучки тут дикие. Так, 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 так. Так, 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 так. Тут мне убили шпиона. Угу. Тоже все, первый уровень. Убиваем, значит. Ну, ну что ж ты.
Там, блин, то чего такие меткие? В кавычках. Так. Спасибо за опыт халявный. Ай, шпион, шпион. Тебя куда-то бы в город закинуть эти штуки, ништячки. Потом они нам пригодятся. Ну, попробуем Аниксову горгулью. Она просто бьет по задним рядам. Что, я думаю, ее нужно убить в первую очередь. Так, тут соседний отряд 140, тут все по 70. Ну, нормально. Да. Да что ты мажешь-то, а? Тут еще один. И что? Вот я беру и отлечиваюсь. Так же должен был сдохнуть. В рынок еще не заходил. Смотрел, что у вас тут есть. Хорошенького такого. Ну, все хорошенькое. Все очень хорошенькое. Но я жадный, я жадный. Ого. Ого. Чувствую, я все ближе и ближе к финалу. Золото еще мне начало присылать. И при этом травит. Блин, ну где логика? Зачем ты деньги присылаешь, при том сразу травишь? Молодец, паучок. Хоть там немножко поубиваешь аномов. Хотя он не особо-то и убил. Так, давай сюда. В лекаря. Блин, тут арбалетчик на 85. Тут соседний отряд. И тут тоже только соседний отряд. Ну, давай вот этого. Ай-яй. Хорошая инициатива у этого черта. Так, давай защиту. Долго думает, рассчитывает, наверное. Ах ты ж тварь, на всех кинула. Вот зараза. Еще и яд с нее сняли. Прощай. Не дадут мне рапнуть этого. Вижу воина. Нормально. Ах ты ж... тварюка. Алло,
Да блин, три раза подряд. Это даже у нежити эти призраки, они так не попадают. Постоянно тоже мажут. А тут три раза подряд на целый отряд закинуть окаменение. Четыре раза, да что за хрень? Че, блин, больные, что ли? Че ты творишь? Капец. Серьезно? Жесть, просто жесть. Да как так? Как так? Да уж, да уж, да уж, да уж. Это тоже интересно, это уже интересно. Ну ладно, давай пропустим ход. Надо накидать на себя. Такой всякой фигни. Что, опять мне ход спилило? Надеюсь, что нет. Хорошо. Кидаем на себя вот это. И на повреждение нужно еще что-то. Доспех. Туман. Такая себе магия, честно говоря. Вот это давайте. Там есть лучше на урон можно прокачать. Тут оно где-то было. Вот, 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 вот. 800 мана жизни, капец. Мана ада, мана рунного камня. Ну, давайте я его прокачаю. Можно, конечно, использовать, но я думаю, справимся и так. Там реально что-то вообще не везло. 70% меткости. И при этом она все убивает подчистую. Пипец. Ну, не убивает, а в камень превращает. Или может это лучше было, чтобы она не отлечивала. Хотя толку. А, начинается, начинается. Ну что ж ты. Она нас просто кинула. И этот ходит уже последним, блин. Она скинула, наверное, в это самое... как же оно там называется? Уменьшение меткости. Блин, вылечила. И ассасин уже не походит. Давай ты хоть колупай. Пец. По лекарю бы промазала, было бы замечательно. Да ты что? Ты смотри, да ты что за хрень? Как такое возможно? Как же так? Наконец-то.
Наконец-то. На. Давай, не промажь, не промажь, не промажь, не промажь, не промажь. Есть. Фух. Это, блин, чистый рандом. Повезет, не повезет. Так, нормально, нормально. Сможем ее убить. Главное ее убить. Все, фух. Да уж. Читер, читер. На, жри, тварь. Ты меня уже не убьешь, ты меня уже не убьешь. Фух, есть. Это было сложно. Ну тут не то чтобы сложно, тут просто должно тебе было повезти. Вот и все. Вся тактика. Тебя тупо должно повезти. Мы приближаемся к источнику зла, милорд. В скрипте, который мы обнаружили, говорится, что зло надвигается с севера. Этот город до недавнего времени, наверное, принадлежал кланам. Он будет убирать вот эти штуки. Понятно. Тут, наверное, города нужно зачищать и поубирать все вот это. А вот с этим что делать? Не знаю, не знаю. Так, тебя мы рыснем. Немножко подлечим. Сколько у него есть хода? Ну, у него, в принципе, хватает еще на одну атаку. Можно вот так сделать. Только вот это забрать. Хотя оно мне и не нужно, но продать можно. Давай попробуем еще вот этого убить. Сот. Соседний отряд на 140. Убить я-то его не убью. Хотя. Хотя сколько у него инициативы? 40. Ну, наверное, смог бы убить вот этими своими. Да ладно, да ладно. Так, ты в защите. Вот ты атакуй. Убил бы, точно бы убил. Еще и каменение кидают. Ну вот и все. Уже даже за уровнем не слежу. Хорошо, ребята, будем на этом завершать уже серию. Вот, получилась она достаточно такой... малоподвижной, скажем так. Мы продвинулись вот от этой точки до этой точки. Всего-навсего за один час. Вот так вот. Ну, тут много потратили на сражение против нежити и так далее и тому подобное. Так, его, кстати, надо бы спрятать, чтобы на него не кидали всякой разной хренотени. Тут еще себе взять архангела. Пусть она поставит сразу вот тут жезл. Вот, чтобы нежить не получала слишком много маны. Так, а ты... Не знаю, пока что сюда закину это все. Хотя это надо было бы как-то донести до главного отряда.
Хорошо, хорошо. Будем на этом уже точно завершать. Так что благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока. До новых встреч.